Подняться в небо и с высоты птичьего полета рассмотреть паука, кондора и колибри, неведомо кем и как нанесенных прямо на камни плато Наска, необычный опыт. Сами линии, полосы и рисунки нанесены на поверхность путем выемки грунта, бороздами до 135 сантиметров шириной и до полуметра глубиной. По сути, это неглубокие траншеи. При этом с высоты на черной каменистой поверхности видны белые линии. Полет вокруг плато Наска на самолете, похожий на кукурузник, длится 25-30 минут, а стоит около $100, чуть больше 3000 рублей. Лучше не есть перед полетом. Начинают прямо вот укачивать. Никогда, даже если людей не укачивало в самолетах и в машинах, то здесь практически у всех укачивают. Но он вот так вот летает, очень маленький, четырехместный. Чтобы снимать геоглифы плато Наска, лучше брать с собой хорошую технику и заранее потренироваться быстро ориентироваться на этой местности. Посмотреть карты в интернете, рассмотреть очертания рисунков, чтобы узнавать их. Они видны, но их сложно. То есть вот показывают, вон рисунок. Вот паук. Какой, где паук? Начинаешь присматриваться, ищешь, там уже пролетел под конец. О, вот паук. Если получится сделать четкие фотографии, это лучший сувенир с плато Наска. Все остальное можно купить в столице Перу, Лиме.